Добрый день, уважаемые коллеги и слушатели. Рада вас приветствовать. Сегодня наша встреча посвящена теме ретинола. Я буду периодически в камеру смотреть, периодически смотреть либо в камеру, или в нашу переписку. А пока мы не начали обсуждать нашу тему, подскажите мне, пожалуйста, технические моменты. Слышно ли меня хорошо? Видно ли меня хорошо? Если все слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюс. Если есть какие-то технические вопросы, поставьте, пожалуйста, минус. Так, вижу ваши ответы, что... У вас все хорошо со связью, и с нашей стороны тоже все хорошо. Тогда я представлюсь. Меня зовут Перфильева Татьяна Игоревна. Я практикующий косметолог, тренер компании Гильтек по косметике. Сегодня я буду стараться дать больше практической информации, немножко меньше теории. У нас будет небольшая теоретическая часть, такое введение. Но мы больше будем говорить, конечно, о том, как лучше использовать ретинол, всем ли он нужен, об ожиданиях от ретинола, возможно ли вообще эти ожидания оправдать. И, наверное, больше будет такой практического применения ретинола. Если у вас будут вопросы, а наверняка, может быть, вы только планируете ретинол ввести, или вы уже пробовали ретинол, у вас есть какие-то вопросы, то в конце эфира я постараюсь ответить на них. Если вы будете задавать вопрос, я вас попрошу описать по возможности подробно, какая у вас кожа, с чем вы столкнулись, может быть, что-то у вас уже есть в уходе. Если есть какая-то ситуация, в которой я там, вам смогу помочь, я буду рада. И давайте поговорим сейчас, такое немножко издалека начнем, о вообще косметике. Почему я хочу сейчас об этом поговорить? Потому что вообще в косметике очень много ожиданий, предложений, много рекламы косметики, но работающих ингредиентов не так много. Именно работающих ингредиентов, по которым есть доказательная база. В частности, это такие широко известные, широко используемые ингредиенты, как ниацинамид, кислоты. У нас есть АХ-кислоты, БХ-кислоты, ретинол, о котором мы сегодня будем говорить. Есть разные виды ретинола. Пептиды – синтетические вещества, которые активно используются не только в антиэйджинге, но и в других направляющих. В других там антиакне, для чувствительной кожи. При работе с гиперпигментацией нам помогают синтетические пептиды. Витамин С. Сразу замечу, немножко вперед забегу, что мы активно применяем витамин С в нашей косметике. Но весь витамин С у нас в стабильной форме. И гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота, знаете вы, не знаете, на всякий случай напомню, есть гиалуроновая кислота трех видов. Это высокомолекулярная гиалуроновая кислота, которая применяется очень часто в кремах. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота и ультранизкомолекулярная гиалуроновая кислота. Они все немножечко работают по-разному, хотя их основная цель – это увлажнение кожи. Просто на разных слоях. Возможно, мы дальше просто к этому вернемся чуть-чуть. Я там упомяну некоторые вещи, некоторые препараты. Просто чтобы вы знали, что ультранизкомолекулярная гиалуроновая кислота – это тот ингредиент, который позволяет... Там такая небольшая молекула, нарезка получается гиалуроновой кислоты, которая без помощи физиотерапевтических методов и каких-то дополнительных методов имеет возможность проникнуть на глубокие слои кожи. И данный ингредиент содержится в некоторых наших препаратах. И давайте поговорим о ретиноидах. Ну, вы все знаете, что витамин А – это жирорастворимый витамин.
Он накапливается у нас в жировой ткани, ну, так же, как и другие жирорастворимые витамины. И все витамины в определенных дозировках нам нужны для жизнедеятельности. Витамин А нужен также для развития плода. Но при этом всем вы наверняка слышали, что большие дозировки витамина А имеют тератогенный эффект, то есть повреждают. В развитии, к сожалению, происходят нарушения, если большие дозировки. Но умеренные дозировки витамина А присутствуют в комплексах витаминов для беременных. То есть без этого витамина мы не можем. Помните, наверное, что если недостаток витамина А, у нас страдает качество кожи, у нас страдает волосы, ногти, качество, появляется сухость, раздражимость кожи, усиливаются проявления фолликулярного гиперкератоза, у кого он есть. Но при этом всем, когда у нас идут высокие дозировки, нам назначают лекарственные средства с витамином А, то есть ретиноиды, то тоже бывают неприятные последствия со стороны кожи. И почему у нас, мы сейчас поговорим о аспекте цепочка превращения ретиноидов. Смотрите, у нас есть, ну, 4 ступени, можно сказать, активности ретиноидов. Это ретинолопальмитат, ацетат, это ретинол, ретинальальдегид и ретиноевая кислота. Чем же они отличаются? Рецепторы в нашем организме, они улавливают, ну, восприимчивы только к ретиноевой кислоте. И все цепочки, которые стоят ниже ретиноевой кислоты, при попадании в организм претерпевают ряд трансформаций, химических реакций, и в результате все это преобразуется в ретиноевую кислоту. Чем на пьедестале у нас стоит ретиноевая кислота, в самом низу ретинолопальмитат. То есть чем ниже ступень, то тем больше превращений, тем больше биохимических реакций должен претерпеть ингредиент для того, чтобы преобразоваться в нашей коже, в нашем организме. Поэтому ретинолопальмитат или ретинолоацетат – это самый, можно сказать, неактивный ингредиент, который применяют в косметике. Неактивный с точки зрения раздражающего потенциала, он очень мягок. И он оказывает наименьшее, получается, наименьшее действие, наиболее мягкое действие. Ретинол, который применяется в косметике Гельтек, он чуть-чуть ближе стоит к ретиноевой кислоте и будет действовать более активно. Ретинальальдегид максимально близко, и поэтому его эффективность практически, ну, идентична ретиноевой кислоте. Давайте тогда сейчас поговорим немножко подробнее дальше. Валерия, запись, по моей информации будет выложена на YouTube. По крайней мере, мне это обещали. Ретиноиды. Смотрите. Ретиноевая кислота известна также как третиноин. И она одобрена для применения в качестве антиэйдж-терапии в Соединенных Штатах. По нему есть доказательная, да, база. То есть его именно назначают дерматологи. Доказано, что он способен уменьшать признаки старения ОФ-индуцированного. То есть преждевременного фотостарения, такого как, ну, это какие признаки? Морщины, потеря эластичности кожи и гиперпигментация. Эффективность его начинается от концентрации 0,01%. То есть это чистая, можно сказать, ретиноевая кислота. Ее нужно совсем немного для получения эффекта. Но и, безусловно, нежелательные эффекты, либо по-простому осложнения от нее максимальны. Ретинальдегид – это промежуточный метаболит ретинола в клетке. Его влияние на фотостарение, как я уже сказала, практически идентично ретиноевой кислоте.
и по срокам достижения результатов практически малоотличима. Она значительно лучше переносится, ретинальный альдегид переносится, чем ретиноевая кислота. И ретинол, о котором мы сегодня будем непосредственно говорить, он эффективен в концентрации от 0,1%, 1/10. И наиболее часто, конечно, применим в косметике. Хочу подробнее остановиться на эфирах ретинола. Я сейчас сказала, что они, ну скажем, малоэффективны. Давайте разберемся, в чем эта малая эффективность. Если мы говорим про эффективность в плане антиэйджа, эффективность обновления кожи, стимулирования кожи, то можно назвать, если мы эту цель преследуем, что он малоэффективен. Но зачем же тогда его применяют? Это самый слабый тип ретинола, ретиноида, и способствует увлажнению кожи, и работает очень эффективно как антиоксидант. Хорошо увлажняет кожный лоскут, поддерживает его эластичность. То есть при применении данного ингредиента у нас качество кожи все равно будет улучшаться. Он не раздражает абсолютно кожу, подходит даже для чувствительной кожи. Он прекрасно работает в синергии с увлажняющими компонентами. Именно его производные иногда выдают за ретинол. Когда вы видите на полке банку, просто банку, которая обычно открывается, и там написано, что 1% ретинол, допустим, да, вы его применяете, у вас нет ни раздражения, ни шелушения, ну, никаких побочных эффектов, и применяете его, вот, вы там, допустим, 2 раза в день, 100% это не активный ретинол. Потому что, во-первых, ретинол окисляется, поэтому его стараются в диспенсерах таких производить. Я просто показываю любой какой-то наш продукт, но видно, да, что это вакуумная помпа, и сюда не попадает воздух. Он чувствителен к свету, в том числе и к окислению, поэтому ретинол будут стараться, конечно, в специальной таре производить. Так. Антивозрастной эффект, как я уже сказала, у эфиров ретинола слабые, но для профилактики старения его имеет смысл применять. И он очень достойно работает. Это очень хороший ингредиент именно для преследования этой цели. Подбор какой ретиноидов? Из каких соображений мы выбираем те или иные формы. Для профилактики признаков старения, как я уже сказала, мы выбираем эфиры ретинола. Если беспокоит нашего пациента акне, то смотрите, вообще, конечно, напомню, что когда есть акне, то это хроническое заболевание кожи. Часто оно генетически обусловлено. И, безусловно, мы не можем говорить, положа руку на сердце, что там, вы избавитесь от акне раз и навсегда. Так как это хроническое заболевание, то будут рецидивы и будут вспышки. И требуется, конечно, наблюдение врача-дерматолога и назначение врача-дерматолога. Есть схемы с доказанной эффективностью, именно схемы лечения. Есть препараты, которые назначает дерматолог. Я придерживаюсь мнения, конечно, что данными вопросами должен заниматься специалист. И желательно, конечно, специалист, который... Тавтология немножко на этом специализируется. Потому что, конечно, сейчас в нашей реальности наметилась такая тенденция, что есть специалисты, которые специализируются на антиэйдж, есть специалисты, которые специализируются на, допустим, лечении акне и других дерматозов. Может быть, это верно, может быть, нет, но такие тенденции сейчас есть. При акне обратите внимание, допустим, вдруг вы пока не решились обратиться к дерматологу, хотя очень настоятельно рекомендую не на косметические ретиноиды, а на такие препараты, как адапален и тому подобное. Но при этом
соблюдайте, пожалуйста, схему и те схему назначения, которую вам дали, и сочетания, которые вам назначил лечащий врач. Если вы, допустим, хотите изменить какие-то лекарственные средства, я, конечно, рекомендую обратиться к специалисту, который вас наблюдает и ведет. Лечебно-профилактическая косметика – это не равно лекарственное средство. Лечебно-профилактическая косметика, ну, к которой относится косметика Гельтек, это препараты, которые дают высокую эффективность, но, однако, это не медицинские изделия. Плюс наша косметика очень эффективна как поддерживающая косметика на фоне лечения. У нас есть очень много препаратов, которые могут поддержать кожу и нивелировать нежелательные явления от применения лекарственных средств. Для коррекции признаков старения и при комедональной, допустим, форме акне очень как раз эффективны такие формы, как ретинол и ретинолальдегид. Я уже упоминала, что у нас ретиноевая кислота имеет доказанную эффективность при признаках старения. Что же у нас к этому относится? Смотрите, это последствия ультрафиолетового повреждения. А какие вообще начальные у нас, кстати? Немножко сбилась, начальные признаки старения. И когда они появляются? Ну, в среднем, в зависимости от того, как вам повезло с генетикой, с образом жизни, этот период начинает наступать примерно в 30-35 лет. Кому-то повезло больше, и это время наступит чуть-чуть позже. Ну, в среднем такой диапазон. К этому времени мы видим как раз результаты ультрафиолетового повреждения. Как правило, они уже накапливаются и проявляются. Также, что часто мы можем наблюдать как специалисты. Мы, извините, я оговариваюсь. Смотрите, к этому времени, так или иначе, большая часть нас сталкиваются с колебаниями веса. Это может быть обусловлено генетическими изменениями. Это, может быть, было обусловлено беременностью, либо там предрасположенностью, образом жизни. Неважно, но очень мало девушек и мужчин. Ну, мужчин, может быть, как бы, так как у них, скажем, генетические скачки реже, может быть, чуть реже с этим сталкиваются. Но к чему это приводит? Смотрите, проявляется птоз, проявляется отечность и закладываются статические морщины. Почему проявляется птоз? Жировая ткань, ну, в зависимости от генетики, она у нас немножко может отличаться по структуре. И длина связок, и структура связок тоже отличается по структуре. Это генетически заложенные факторы. А когда у нас жировая ткань, она гидроскопична, она притягивает воду, у нас увеличивается объем жировой ткани, он больше притягивает воду и задерживает ее. У нас появляется отечность. Потом у нас уменьшается, допустим, вес, у нас уменьшается объем жирового пакета и вес, но уже связки начинают растягиваться, то есть они служат такими опорными моментами, которые удерживают на месте как раз жировые компартменты, жировые пакеты. Они у нас есть поверхностные и глубокие. Вот. И когда у нас связочки растягиваются, то, к сожалению, в отличие от там, кожного лоскута, он немножко может подсократиться, а связка не имеет уже такой возможности, часто очень. И у нас проявляются как раз смещения, которые приводят визуально к птозу. Статические морщины, что же к ним относится? Это относится, ну, все, что не мимикологично, да, это может, ну, слезная борозда контурироваться больше, щечная борозда, губоподбородочная. Чаще всего, конечно, беспокоит и чаще обращаются как раз с, господи, вылетело из головы, с носогубной складкой. Это как раз у нас статические морщины. Мы сталкиваемся в 30-35 лет уже с какими-то первыми проявлениями уменьшения тонуса кожи. Часто говорят именно, вот какая-то кожа стала уже не в тонусе, немножечко не такая, может быть, эластичная, не такая плотная. А с чем это связано?
уменьшение плотности кожи у нас связано с тем, что уменьшается количество гликосаминогликанов и структурных белков в коже. Какие же у нас структурные белки? Это коллаген и эластин. Смотрите, гликосаминогликаны, ну, наиболее яркий представитель, все мы его знаем, гиалуроновая кислота. Это гигантская молекула, функция которой, ну, вообще гликосаминогликаны, у них там каркасная функция, они притягивают воду, они обеспечивают гидрорезерв в глубоких слоях дермы, удерживают очень-очень много молекул воды. И можно сказать, что их функция в том, чтобы в том числе эластин и коллаген чувствовали себя хорошо, потому что эластин и коллаген должны быть окружены водой для того, чтобы выполнять в том числе свое функциональное предназначение. Такую каркасную тоже функцию, там такая решетка образуется у нас в глубоких слоях дермы. Если у нас уменьшается количество, понятно, дермальных белков, функция которой плотность и эластичность, и уменьшается увлажненность, мы видим визуальные проявления, которые нам не нравятся. И физиологически происходит постепенное замедление обновления эпидермиса. Что мы визуально увидим? Менее равномерный тон лица. Это может быть проявление какие-то шероховатости. У нас уже меньше проявлены сияние, лоск. Часто путают такое явление, как жирный блеск и именно сияние кожи. Оно визуально немножко по-разному воспринимается. Вот вспомните кожу там, в 20 лет. Допустим, даже если вот в вашем окружении есть люди с нормальной кожей. Она же сияет, она упругая, она плотная, у нее прекрасное светоотражение. И когда, допустим, мы там плюс 20 лет ретроспективу немножко отмотаем и посмотрим на человека, ну, среднестатистического, уже там в более старшем возрасте, конечно, этого сияния, этого лоска, этого светоотражения в достаточном таком количестве уже как будто не хватает. И что нам может обеспечить как раз такой доступ к ресурсу, немножко машину времени, к возвращению данных аспектов? Давайте сейчас немножко вернусь, забыла сказать. Начальные возрастные изменения я сказала, а что из этого исходит? Нам нужно будет усилить обновление эпидермиса. А еще, кстати, к чему приводит замедление обновления эпидермиса? В том, что у нас неравномерный слой отмерших клеток, неравномерный роговой слой. Где-то он утолщен, а где-то он истончен. И за счет этого у нас как раз идет вот такая неравномерность окраски, неравномерность сияния. То есть нам нужно усилить обновление, нам нужно увеличить плотность, увеличить как раз эластичность и увеличить хорошо бы нам увлажненность. Закладка мимических морщин, о которых я забыла сказать. Смотрите, у нас в этом возрасте, к 30-35 годам, формируется так называемая мимическая маска, мимические паттерны. Мы привыкаем определенным образом выражать свои эмоции в социуме. Допустим, кто-то очень хмурится, у кого-то сосредоточенное лицо, у кого-то улыбчивое лицо. Ну, мы все разные. И понятно, что у нас формируется привычное напряжение мимической мускулатуры. Так как у нас снижается качество кожи, уменьшается плотность кожи и уменьшается ее увлажненность, то у нас мимические морщины проявляются ярче. Происходит уже закладка морщин, которые визуально даже в покое видны. Такие часто это периорбитальные морщины. Морщины лба, безусловно, и морщины, их хмурка называют, да, морщины в межбровье. Чем более увлажнена, упруга и чем более сияет кожа, конечно, эти морщины будут меньше визуализироваться и меньше бросаться в глаза. Поэтому, конечно, в наших интересах произвести такой немножко перезапуск кожи, реинкарнацию. И давайте сейчас
вернемся к ретинолу, что нам поможет. Я уже говорила, что есть ингредиенты, которые работают с доказанной эффективностью. И большинство из них мы, конечно, используем в препаратах ретинола. У нас есть сейчас на данный момент три препарата ретинола. Это ретидерм 0,25, ретидерм 0,5 и ретидерм 1%. Давайте я расскажу сейчас о ретидерме 0,25 и 0,5 и чуть позже о 1%, чем они отличаются. Ну, во-первых, здесь прекрасно ниацинамид. Здесь витамин С, здесь ретинол, гиалуроновая кислота. Это то, что как раз имеет доказательную базу. Это все ингредиенты с доказательной базой эффективности. В чем же различие между ретидермом 0,25 и 0,5? Только в дозировке ретинола. Все остальные ингредиенты идентичны. Что из себя представляет сыворотка? Это флюид, то есть легкий, кремообразный. У него такой пудровый запах. Он прекрасно впитывается. Очень приятные ощущения на лице. Иногда после его нанесения требуется дополнительно коже увлажнение или питание. Но чаще всего говорят, что хватает именно крем-сыворотки. Почему выбрали такую форму и вообще в чем отличие? Смотрите, здесь у нас комплекс двух ретинолов. Это свободный ретинол и липосомальный ретинол. Липосомальный ретинол отличается от свободного чем? У него капсула ретинола, само вещество активное, оно инкапсулировано, и эта транспортная сеть позволяет проникнуть в глубокие слои кожи без поверхностного раздражения, то есть минимизация идет раздражающего потенциала, и идет дозированное освобождение ретинола. Здесь у нас применяется комплекс, где есть два ретинола. Чем же вообще отличается частый вопрос, вот аптечный ретинол от нашего ретинола? Тем, что у нас это уходовое средство. То есть мы не только вводим ретинол, не только, ну, не совсем корректно говорить, лечим. Это мы не лекарство, да? Но у нас есть активное действующее вещество, которое будет давать эффекты от применения ретинола. Плюс у нас есть ухаживающие ингредиенты, которые как раз работают на то, чтобы минимизировать раздражающий потенциал. Ниацинамид с витамином С у нас будут прекрасно работать в плане выравнивания кожи, осветления пигментации, возвращения сияния. Плюс ниацинамид применяют для того, чтобы восстановить увлажненность кожи, восстановить в том числе эластичность кожного лоскута, обладает сосудоукрепляющими действиями, плюс участвует в процессе себорегуляции. Также аскорбилглюкозид – это стабильная форма витамина С, с витамином Е – это признанные антиоксиданты. То есть у нас здесь есть антиоксидантные защиты, которые требуются коже. У нас здесь ингредиент биосахаридная камедь. Это фукагель, это пребиотик, который увлажняет, ну, можно сравнить это увлажнение по эффективности с гиалуроновой кислотой. Прекрасный, то есть два в одном, это и увлажнитель, и пребиотик. Плюс у нас здесь гиалуроновая кислота, которая будет так же, как фукагель, обеспечивать поверхностное увлажнение нашего рогового слоя. А вы помните, что одно из частых таких жалоб при применении ретинола, что сухость возникает, раздражимость. Но мы будем говорить об этом чуть позже. Масло сладкого миндаля здесь не стоит бояться, здесь его очень мало, просто для восполнения липидной фазы, для того, чтобы коже было комфортно. Прекрасно, я уже говорила, такой диспенсер. Давайте я сейчас покажу. Я сейчас покажу просто на сыворотке 3D-увлажнение, что вот все прекрасно дозируется. Вам будет очень легко при дозировке ретинола. 0,5 у нас
В красном флаконе, я уже сказала, что здесь просто большая процентовка ретинола у нас будет. Отдушка та же, все остальные ингредиенты абсолютно идентичны. А самое интересное у нас будет наша новинка. Это 1% ретинол. Он отличается по консистенции от нашего предыдущего ретинола. Это не флюид, это гель. Если вы знакомы с нашим праймером солнцезащитным, или с нашим, ну, либо это антиоксидантный праймер, либо спортпраймер, то очень похожа структура. Это такая гелевая структура, которая очень легко распределяется, достаточно экономично распределяется, равномерно. Что же там за ингредиенты? Это липосомальный ретинол 1%. То есть весь он упакован в липосомы, будет дозированное освобождение в глубоких слоях кожи. Так как он липосомальный, то потенциал раздражающий здесь будет ниже, чем если бы он был в комплексе свободный, 1%, допустим, свободный липосомальный. То есть это сделано для снижения как раз нежелательных явлений. Также здесь идут синергии каких компонентов? Это сквалан, масло сладкого миндаля. Здесь у нас токоферол, ацетат, это витамин Е, бисабалол и биоцерамидный комплекс. Смотрите, липосомальный ретинол, напомню, он заставляет кожу работать как молодую, за счет чего? Он стимулирует синтез глюкозаминогликанов и структурных белков эластина и коллагена. В данный препарат компания Гельтек добавила трипептид-1. Это сигнальный пептид, который стимулирует синтез глюкозаминогликанов, коллагена и эластина. Этот дуэт намного эффективнее работает, чем просто ретинол. Сквалан, масло сладкого миндаля, токоферол, бисабалол и биоцерамидный комплекс как раз предназначены для того, чтобы успокоить кожу, снизить ее восприимчивость сейчас к нашей неприятной внешней среде. Это сейчас у нас как раз зимний период, это холодный ветер, это низкие температуры, это перепад температур, это сухой воздух, так как у нас включили отопление. Даже на фоне этих факторов у нас кожа становится более чувствительной, больше сохнет и испытывает, конечно, неприятные ощущения, даже без применения ретинола. Для чего же у нас, биоцерамидный комплекс? Смотрите, биоцерамидный комплекс сквалан бисабалол, как я уже говорила, сейчас просто отвлеклась немножко на вопрос, чуть позже отвечу на ваши вопросы, как раз восполняет и восстанавливает, и такой, можно сказать, моделирует как раз нашу защитную пленку. У нас в биоцерамидном комплексе как раз аналоги церамидов 1, 3, 6. Поэтому чувствительность кожи будет у нас восстанавливаться на фоне приема. Я сейчас прочитаю ваши вопросы. Вы знаете, на ваши вопросы чуть дальше буду как раз отвечать. Я думаю, что как раз вот я на большинство вопросов ваших отвечу. А какие мы же ожидаем эффекты? Ну, не секрет, давайте так, что мы в сети можем встретить: «Ах, этот ретинол, это какой ужас, да вы что, столько от него обещают, я вот результата не увидела». Либо это какие-то дикие восторженные отзывы, что «Вау, ретинол это просто волшебное средство, которое помогает от всего, и просто волшебный, невероятный какой-то эффект, мне помогло, я вот в диком восторге». От чего же это зависит? Ну, во-первых, это зависит, понятно, от возможностей и потенциала кожи и от вообще реальности ожидаемых эффектов. Будем честны, как бы у всех
есть разные ресурсы в организме, ресурсы кожи. Очень много зависит от состояния кожи, от исходника. Какие, в принципе, обещают или ожидают вообще эффекты от ретинола? С какой целью к нему обращаются? Это осветление гиперпигментации. Да, он в этом работает. Но не стоит ожидать какого-то эффекта отбеливания. Уменьшается склонность к эпизодическим воспалениям и следы постакне. То есть я сразу могу сказать, что если мы там говорим использование ретинола как монотерапия при диагностированном акне, этого будет не хватать. И все-таки, как я уже до этого сказала, следует обратить внимание на консультацию специалиста и на комплексную терапию. Выравнивание тона кожи и выравнивание рельефа кожи. Однородность кожи, можно сказать. Да, он с этим прекрасно помогает и справляется. Уплотнение и упругость кожи, безусловно. Ускоряются процессы регенерации клеток. У нас же с возрастом снижается регенерация. Здесь мы будем получать интенсивность возрастания регенерации. Улучшается микроциркуляция кожи, потому что в том числе ретинол улучшает кровоснабжение, улучшает состояние сосудов. Но дальше скажу с осторожностью, да, потому что есть ситуации, когда ну, ретинол не показан или с осторожностью. И чаще всего, конечно, разглаживание морщин. То есть мы, в принципе, смотрим, что чаще всего, конечно, ретинол применяют при антиэйдж-терапии. И тут в данном сегменте он очень востребован. К ретинолу есть не только показания, но и противопоказания. Смотрите, естественно, безусловно, это беременность. Как я уже говорила, пероральный прием ретиноидов, он тератогенен, то есть повреждает плод. И, конечно, всасываемость ретинола из кожи в системный кровоток очень низок, но никто в здравом уме твердой памяти, никто не будет такой, скажем, ингредиент проверять на беременных. Очень часто вы можете встречать, допустим, там даже лазерная терапия или какие-то другие, скажем, инъекционные, инъекционные, аппаратные какие-то методики, где написано, что беременность – противопоказание или при нанесении топических средств. Почему это сделано? Потому что, на мой взгляд, так же, как на взгляд всей медицины, лучше подстраховаться. Безусловно, ничего страшного не произойдет, если вы применяете ретинол и вдруг узнали, что вы, там, допустим, 2 недели как беременны. То есть просто мы аккуратнее относимся к скринингам, моментально отменяем топический ретинол. Именно я говорю сейчас про топический, допустим, крем с ретинолом. Вот. И на всякий случай скажу, что, может быть, вы не знали, или просто, что при применении системных ретиноидов беременеть запрещено. Поэтому отнеситесь к этому достаточно, ну, скажем, более ответственно. Смотрите, если у нас есть применение системных ретиноидов, перорального применения, понятно, что нанесение топическое ретинола тоже запрещено. И частый вопрос, можно ли сравнить применение наружного ретинола с применением топического ретинола. Нет, там немножко по-разному. Конечно, топические ретиноиды, они гораздо более, ну, они системно действуют. Они действуют более системно, более агрессивно. У них часто выражены побочные эффекты, и выражены они не только в зоне применения. Ну, то есть, потому что ретинол локально мы применяем, допустим, только в лице, шее, декольте, хотя его можно применять там, на животе, на бедрах и там, ну, много где, да. Локальный ретинол, а системное действие – это есть системное действие, оно другое, нельзя сравнить. Применение совместно с другими топическими формами ретинола. Если вам назначили, допустим, адаполен, и вы применяете адаполен в комплексном лечении акне, не нужно использовать адаполен и, допустим, наш ретидерм. Я считаю, что нужно сосредоточиться на рекомендованной схеме лечения. В первую очередь это будет более приоритетная история. И нарушение целостности кожных покровов. Что к этому относится?
допустим, у вас обострение аллергического дерматита, не стоит наносить ретинол. А у вас какая-то ранка. Естественно, мы не наносим ретинол локально в данном промежутке. Если у нас идет обострение аллергии, допустим, месте применения, я, конечно, рекомендую немножечко отодвинуть ретинол в сторону, потому что будет, в принципе, общая чувствительность организма. Лучше купировать, конечно, аллергию и потом вернуться к ретинолу. Отменяем, когда мы ретинол. То есть у нас есть относительные противопоказания и абсолютные. Вот абсолютные, в принципе, там беременность совместно с другими ретиноидами, да, и применение системных ретиноидов, нарушение целостных костных покровов, скажем, очень сильно зависит от того, что за нарушение целостности кожных покровов. Возможно, это какое-то длительное обострение хронического заболевания, но тогда ретинол – это будет не препарат выбора. Да? А относительные. Когда же мы можем ввести ретинол и отменить, допустим, ретинол? Смотрите, если мы планируем отпуск загар, я рекомендую отменить препараты, там, допустим, наш ретидерм за 2 недели до планируемой загара. Если вы планируете не на отпуск, а планируете походить в солярий, то же самое. Мы отменяем за 2 недели. Процедура, допустим, фотоинтенсивного лазера или фототерапии, то есть в зоне применения ретиноидов. А чаще всего что это? Может быть, N22, BBL, так широко известно. То есть, соответственно, или, допустим, лазерная эпиляция у нас в зоне лица. В чем суть? Почему же это? Потому что это действие похоже, понятно, что это действие сравнимое, можно сказать, с солнечным светом. Мы не ожидаем от него загара, но это высокоинтенсивный световой поток. А наша фоточувствительность и вообще чувствительность кожи после ретиноидов, к сожалению, снижена. Поэтому перед такими процедурами за 2 недели отменяем, подстраховываемся ретинол. И после процедуры, безусловно, мы можем вводить только после этапа реабилитации. И тогда возникает там целесообразность введения ретинола, если вы проходите курс. Потому что, допустим, светотерапия, широкополосный свет, если вы там применяетесь там с определенной лечебной целью, то как чаще всего назначают как раз раз в 4 недели процедуры, курс процедур. И какая возникает у нас ситуация, что мы должны за 2 недели отменить, потом на неделю-две мы тоже отменяем, пока у нас происходит реабилитация. И мы пользуемся неделю тогда, получается. Ну и смысл, тогда лучше обратиться к другим ингредиентам. Я, кстати, потом позже, может быть, скажу. То есть понятно, что все мы хотим быть молодыми, красивыми, но у нас возникают приоритеты и сочетания, да, которые должны быть, чтобы не навредить себе и не получить какие-то осложнения, чтобы не получилось так, что мы вроде пришли с целью там убрать, допустим, гиперпигментацию, а потом мы ее получили еще. Это нежелательно. Что еще? Если вы планируете процедуру, допустим, РФ игольчатого, именно игольчатого, потому что у нас там повреждение кожи идет, и какие-то другие повреждающие процедуры, я не знаю, лазерная шлифовка, какие-то, возможно, какие-то процедуры, то, во-первых, конечно, если вы планируете данную процедуру, это вообще не относится, вот эти процедуры, к тем, которые, знаете, без консультации специалиста должны проводиться, потому что там есть ряд противопоказаний, достаточно широкий ряд противопоказаний. Вот, и есть такое понятие, как идеальный пациент. Может быть, это будет не ваш метод. Хотя сейчас сразу замечу, что сейчас идет активные рекламные кампании, очень много наших в пространстве интернета, наших клиник рекламируется, что вы там, допустим, сделали процедуру, и буквально это волшебная таблетка от всего. Есть такое понятие, как идеальный пациент, и не всем те или иные процедуры подходят. Есть определенные диапазоны эффективности, есть, как я уже сказала, противопоказания. Ко многим процедурам нужно готовиться. Это не процедура, скажем, такого обеденного часа или выходного дня. И для того, чтобы достигнуть
хороших результатов требуются часто дополнительные какие-то усилия и со стороны специалиста, и со стороны пациента. Вернусь сейчас немножко, отошла от нашей темы. Смотрите, когда мы планируем игольчатый РФ, ну, во-первых, это неприятная процедура, а во-вторых, это процедура, после которой будет достаточно такая, потребуется реабилитация. Повреждающий и раздражающий потенциал там достаточно хороший, поэтому мы отменяем ретинол за 2 недели. И правила и особенности введения ретинола. Как раз к вашему вопросу насчет 1% ретинола. Можно ли вводить и начинать сразу с 1%? Вот смотрите, если вы не использовали косметику с ретинолом, я имею в виду не эфиры ретинола, а именно активную форму ретинола, то начинаем с минимальной концентрации. В нашей линейке это ретидерм 0,25. Второе правило. Не наносим на чувствительные участки кожи. Если у нас есть чувствительные участки кожи, мы их обходим. Если у нас кожа реагирует практически на все, то первоначальная, вообще приоритетная задача – это снизить чувствительность, восстановить гидролипидную мантию, восстановить на вообще нормальную реакцию кожи. Когда кожа очень чувствительна, у нее есть признаки обезвоженности, у нее сухость, шелушение, повышенная реактивность. Безусловно, есть еще куча неприятных, очень много моментов, кожа беспокоит. Безусловно, нужно тогда снизить трансэпидермальную потерю влаги, восстановить гидролипидную мантию и только потом уже думать о каких-то интенсивных, ну, процедурах стимуляции, потому что о какой стимуляции можно говорить, если кожа себя плохо чувствует. То есть стимулировать, выходить в такой долговременный забег мы можем, можно сказать, вы должны быть в хорошей физической форме, и ваша кожа должна быть тоже в какой-то такой в благоприятной форме. Потому что ну, стимуляция какая-то, ну, действительно должна быть возможна, и вообще хорошие эстетические эффекты должны быть на коже с восстановленным барьером. Это касается лечения акне, это касается антиэйдж. Терапия должна начинаться именно с восстановления в таком случае. Когда мы используем ретинол, это правило, мы должны использовать средства с SPF от 30 до 50. Тут возникает вопрос, все ли должны, везде ли должны, вообще нужно использовать средства с SPF. Смотрите, когда у нас идет инсоляция 0, у вас полярная ночь. Ну, понятно, что, в принципе, можно не носить солнцезащиту. Но вообще, напомню на всякий случай, что ультрафиолетовые лучи типа А проникают сквозь облачность и проникают через стекла. Поэтому мы не можем говорить о полноценной 100% защите, когда мы сидим днем, там, и у нас, допустим, уровень УФ-излучения 1-2, что мы себя обезопасили. Все равно, ну, на мой взгляд, как практика, лучше перебдеть, чем получить какие-то нежелательные явления, с которыми потом придется бороться. Это неприятно. Поэтому, если вы, допустим, находитесь, работаете на удаленке, у вас там облачность постоянно, вы солнца этого не видите, работаете в закрытых помещениях, ну, там, выходите на 15 минут на улицу днем, то вполне, как бы, возможно, вам будет достаточно SPF 15. Допустим, там, наш CC-крем, который обладает тоже солнцезащитными фильтрами. Но если вы выходите на улицу, иногда бывает там переменная облачность, бывает там УФ-2, бывает такое, что и распогодилось. Ну, нанесите SPF 30, это будет лучше. Когда вводят ретинол? Ретинол вводят, когда достаточно низкий ультрафиолетовый индекс. У нас традиционно в нашей полосе это осенне-зимний период. Безусловно, есть применение ретинола, ну, допустим, там среди жительниц Калифорнии и тому подобное. Понимаете, дело в том, что
введение ретинола и применение ретинола при высоких ОФ-индексах требует очень жесткой дисциплины и изменения образа жизни. Если вы к этому готовы, полностью менять свой образ жизни, то, безусловно, конечно, и очень дисциплинированы, то можно, конечно, рассмотреть введение ретинола и при других ОФ-показателях. Как же нужно применять ретинол? Есть правила. То есть ретинол мы наносим за 1-2 часа до сна. Почему? А, и как часто, кстати? Смотрите, есть разные состояния кожи. Мы не можем, как производители, угадать, у нас будет человек с такой нереактивной кожей, которая нечувствительна, толстая, малореагирующая. Либо это будет человек с более реактивной кожей и с более активным ответом на ретинол. Поэтому есть стандартизированные рекомендации у всех производителей. Наша же задача какая? Чтобы вы не выпали из социума, чтобы вы комфортно переносили ретинол, чтобы было меньше побочных эффектов, чтобы вы радовались именно визуальным эффектам, а и как можно меньше сталкивались с неприятными эффектами. Ну, мне кажется, что это логично. Вот. Поэтому мы начинаем применение с 2 раз в неделю. Если вы никогда не пробовали ретинол, и у вас есть опасения в плане применения ретинола, часто бывает, люди боятся его пробовать, то что бы я могла рекомендовать из практики именно? Сделать в первую очередь сначала нефиксированные дни. И каким образом? Ну, допустим, вы взяли, купили ретинол 0,25. Нанесите его вечером. Есть определенные рекомендации, которые я позже скажу. Вы наносите его в понедельник и 3 дня даете своей коже на реабилитацию. На 4-й день вы наносите следующую дозу ретинола. И у нас пойдет нанесение 3 дня на реабилитацию, нанесение 3 дня на реабилитацию. У вас все нормально, можем чуть-чуть сместить график. Каким образом? Допустим, вы нанесли в понедельник и следующая порция в четверг. Это у нас что получается? Вторник. Среда и там четверг, да, на реабилитацию. И следующую дозировку вместо вторника у нас смещается на понедельник. И у нас что получается? Получается пятница, суббота, воскресенье. А, нет, вру. Слушайте, я сбилась. Вот, видите, надо отмечать на календаре. То есть, если мы наносим понедельник, у нас получается вторник, среда на реабилитацию и четверг сначала на реабилитацию, тогда мы наносим в первые там несколько недель, понедельник, пятница, и вот так вот отсчитываем день, потом 3 день. А потом в какой-то раз мы сокращаем реабилитацию в какой-то день 3, в какой-то 2. Попробовали неделю-2, и потом мы можем уже, может быть, если у вас все нормально, переходить на 3 раза в неделю. Но мы должны всегда оставлять себе дни на реабилитацию и четко вообще отслеживать состояние своей кожи. Дополнять, безусловно, дополнительно там, сыворотками, кремами. Ну, позже мы будем говорить про это. Сразу с места там, в карьер мы можем стартовать, потому что часто рекомендуют как? 2-3 раза в неделю начинаем. И очень многие действительно хорошо на такой схеме идут. У них нет никаких нежелательных явлений. Но, понимаете, мы все разные. У нас у всех разный потенциал. Поэтому выбирайте для себя комфортную схему применения. Когда у вас все нормально, то максимальное, ну, скажем, применение ретинола, которое мы рекомендуем, это через день. Вы спокойно можете идти через день, когда у вас кожа адаптировалась уже. Про частоту применения я сказала. Если у вас по частоте применения будут вопросы и другие вопросы, вы можете позже их задавать. Какое правило? Сколько нужно наносить ретинола? Есть правило горошины. У нас же ретинол, так же как и, допустим, пептиды, это дозозависимый ингредиент. Если вы будете применять раз в неделю, у вас не происходит накопление ретинола. Он должен в коже накопиться, чтобы раздражать рецепторы и дать сигнал клеткам кожи делиться, обновляться. Если это у нас раз в неделю, то накопительного эффекта не происходит.
Поэтому, если вы не можете себе, допустим, позволить, ну, кожа не выдерживает два раза в неделю ретинол, может быть, посмотреть на эфиры ретинола и другие ингредиенты, которые у нас препараты есть, которые тоже будут стимулировать синтез коллагена. Вот. Либо восстановить сначала, конечно, гидролипидный баланс, гидролипидную мантию. Правило горошины. То есть, если мы говорим про лицо, то мы выдавливаем размер горошины. Если у нас лицо, шея, декольте, то лицо – это одна горошина, шея, декольте – вторая горошина. Как же мы наносим? Мы умылись. И на сухую кожу наносим ретинол, но не сразу. Мы умылись, стонизировали кожу. И мы ждем, пока наш pH нашей кожи восстановится. Напомню, если мы не используем тоники, pH кожи восстанавливается в течение 2 часов. Если мы используем тонизацию, это тоники с активными ингредиентами. Ну, допустим, мой любимчик, сейчас я его найду, допустим, мой любимчик лосьон концентрат Нео. Это вообще, честно говоря, не тоник, это жидкий препарат, терапия анти-эйдж. У нас здесь 10% дегидрогверцетина, вазопротекторы, компоненты, которые будут способствовать снижению отечности, снижению реактивности сосудистой. То есть его можно использовать в качестве тоника. Если мы, допустим, им или другим любым тоником, допустим, воспользовались, тоник с гиалуроновой кислотой и эластином, тоже такой гелеобразный тоник. То есть мы им воспользовались, и мы ждем от 15 до 30 минут. Минимальное время восстановления pH кожи и восстановления гидролипидной мантии от 15 минут. Но не спешите 15 минут, и вы все побежали наносить ретинол, если у вас кожа более сухая. То есть жирной коже требуется меньше времени на восстановление pH и на то, чтобы кожа выработала себум кожный. Он нам нужен, себум кожный. Почему? Во-первых, это природная защита, чтобы у нас было меньше раздражения на коже. Во-вторых, у нас ретинол жирорастворим, то есть ему будут легче проникать. Если у вас более жирная кожа, то мы ждем 15 минут. Если кожа больше склонна к сухости, мы ждем 30 минут. И тогда через 15-30 минут мы наносим рекомендованную дозу ретинола. Распределяем ретинол. Допустим, у вас кожа хорошо его восприняла, и вам не нужно дополнительно какой-нибудь крем. Вам хватает. Тогда мы после этого ничего не наносим и потом спокойно ложимся спать. Но если кожа, допустим, начинает сохнуть, может быть, сначала не сохла на фоне ретинола, а потом стала более сухой или изначально склонна к сухости, она попросит дополнительного увлажнения и, возможно, чуть-чуть питания. Что же мы делаем? Мы не наносим сразу какой-либо крем. Нам нужно дать ретинолу поработать, скажем, соло одному. Поэтому мы ждем от 40 до 60 минут. И только тогда мы наносим крем. Это может быть крем увлажняющий, если у нас достаточно такая, ну, не сильно обезвоженная кожа и не сильно липидодефицитная. Либо это может быть крем NMF Protection, это Rich and Restore, это могут быть другие разные кремы, мы потом их дальше рассмотрим. Про ретидерм и про время я вам сказала. Так, смотрите, какие правила, ну вот продолжение правил и особенностей. Мы уже в состав ретинола, наших препаратов ретинола, ввели смягчающие, питательные, увлажняющие, успокаивающие ингредиенты. Но иногда этого бывает недостаточно. И смотрите, какие есть правила. Я рекомендую, вот, ну, такое общее, скажем так, правило и из практики, использовать максимально щадящие, умывающие, очищающие средства. Ну, допустим, мои фавориты – это, может быть, либо гель наш очищающий, это один из самых первых препаратов компании Гельтек, гелеобразной формы. ПАВ вообще во всех наших средствах – это кока-глюкозид, это мягкий очищающий ПАВ, который не нарушает гидролипидную мантию. Мы можем взять гель успокаивающий, тоже с кока-глюкозидом, центеллой азиатской. Либо мы можем взять пенку с алоэ вера и депантенолом, мусс, даже не пенку, мусс. Очень приятная текстура. Все тут будет зависеть ваш выбор. Знаете, от чего? От органолептики.
какие вы текстуры будете предпочитать. Кто-то предпочитает муссовые, мягкие, воздушные, такие очень приятные текстуры на лице. Кто-то предпочитает малопенящиеся пенки. О, пенки, господи, заговариваюсь, гели. Вот, которые нужно будет вспенить и нанести на лицо. То есть должно быть умывание с мягким павом. Обязательно должен быть тоник с успокаивающими и увлажняющими ингредиентами. Тут, повторюсь, это может быть, если у нас антиэйдж, лосьон концентратный может быть. Либо это может быть тоник с гиалуроновой кислотой, если вы будете, любите такие, знаете, текстуры более такие гелевые, очень более густые. Потому что это жидкая форма, это у нас гелевая форма. Еще очень хорошо будет работать такой тоник Keep Calm Toner. В чем его преимущество? У нас и в лосьоне концентрата Neo, и в тонике Keep Calm Toner будут дозаторы, но они немножко разные. Вот смотрите, Keep Calm Toner, он такой, я не знаю, будет на камере видно, нет, такое мелкодисперсное такое распыление, наверное, не видно. То есть можно методом орошения его использовать. На мой взгляд, это преимущество. Почему? Потому что кожа, ну, становится более чувствительной на фоне применения ретинола и не всегда приятно нанесение ватным диском. В принципе, лосьон концентрат Neo можно также наносить, потому что у нее тоже здесь дозатор. Но распыление будет не такое мелкодисперсное. И в отличие и лосьон концентрат Neo, он за счет дегидрогерцетина окрашен, он такой имеет желтоватый цвет, то есть вот тут мы можем наносить одетые наш тоник, а вот здесь вот, если вы в белой одежде, конечно, есть риск испачкать нашу одежду. Она, безусловно, отстирается, но это просто не всегда будет приятно. Если бы мне бы сказали, что бы я выбрала, так как я больше нацелена на антиэйдж, то я бы, конечно, выбрала лосьон концентрат Neo. Что еще может понадобиться нам и будет приятно в использовании? Если у вас кожа не с такими явными признаками возрастных изменений, то это тоник с гидролизатом коллагена. Прекрасно также успокаивает кожу и поддерживает гидролипидную мантию. Тоже можно использовать методом орошения. Прекрасно переносится жирная кожа. Может вам понадобиться как раз тоник для жирной проблемной кожи, который без спиртовой, с эффектом себорегуляции и сужением тонизации пор. Да, прекрасно, кстати, на день, если вы нам, мы же ретинол на ночь используем, и если нам нужно дополнительное матирование, то тоник, матирующий себобаланс, это такая болтушка, если сейчас увидите, видите, у нас на дне осадок. Это норма, это не патология какая-то. То есть, по факту, тоник матирующий – это болтушка. Нужно прекрасно вот так вот сделать нашу взвесь до полного растворения. И мы днем будем использовать, если жирная кожа у нашего пациента. Вот здесь, видите, я долго он стоял. Тут нужно еще немножко поработать для того, чтобы была эффективная болтушка. Прекрасно обеспечивает матирование. Если вы как раз с целью силорегуляции используете ретинол, то это будут очень удачные дуэты для жирной кожи. Смотрите, у нас будут дни свободные от ретинола. Я вообще как бы в практике не могу дать там однозначную рекомендацию применять ретинол ежедневно. Безусловно, есть исключения, есть такие. Такая кожа, встречается такая кожа, которая прекрасно переносит ретинол. И даже ежедневное применение ретинола не дает каких-то нежелательных явлений. Да, там это очень грубая, жирная, плотная, гиперкератозная кожа со сниженной чувствительностью. А такие исключения могут доводить, да, не 3-4 раза в неделю применять ретинол, а гораздо чаще. Но, положа руку на сердце, конечно, мы такую общую рекомендацию можем, ну, не можем дать. Это скорее метод исключения. Вот. В свободные от ретинола дни обязательно и днем, и вечерами нужно включать помогающие ингредиенты, сыворотки. По утрам, соответственно, у нас применение SPF идет. И, как я уже говорила, вечером дополнительно мы можем применять кремообразные текстуры.
Смотрите, какие побочные эффекты есть. Возможно, легкое раздражение, шелушение, покраснение. Насколько оно будет легкое, будет зависеть от чувствительности, конечно, вашей кожи. Очень редко, конечно, истинный ретиноевый дерматит от 2 раз в неделю бывает. И вообще, в принципе, из практики не всем нужно гнаться за ежедневным применением ретинола и за высокими концентрациями. Очень много пациентов и с жирной, и с плотной кожей не хотят выпадать из социума, я их прекрасно понимаю. Вот, испытывать какие-то дискомфортные явления, и им достаточно вполне 2 раза в неделю. Они получают желаемый ими эффект. У них меньше жирного блеска, у них чище поры, у них практически нет подсыпаний. То есть, да, такие эффекты их вполне устраивают, у них лучше качество кожи, более плотное. Если вам недостаточно качества кожи такого, то понятно, что вы будете не 2 раза в неделю, а чаще. И если уже у вас кожа хорошо 0,25 переносит, и произошел период реабилитации к ретинолу. Кстати, период реабилитации к ретинолу обычно составляет месяц-полтора, ну, в среднем 1,5 месяца, то вы можете, конечно, переходить на более высокие дозировки, это 0,5, а потом уже 1%. Смотрите, если есть какие-то нежелательные явления, мы регулируем интенсивность проявлений, частотой нанесения и количеством препарата. Потому что бывает, да, что в погоне за эффектом больше наносите ретинола. Безусловно, но от того, что мы там, условно говоря, съедим 2 раза больше антибиотика в течение дня, да, это не значит, что у нас будет более успешна как раз терапия. Примерно то же самое касается и ретинола. Здесь очень важна именно такая марафонская дистанция. Это работа в долгую. Это работа не в быстрый забег, не в спринт. В случае выраженного дискомфорта, или у вас там, да, какой-то яркий дискомфорт, мы отменяем ретинол на 5-7 дней, интенсивно восстанавливаем кожу, увлажняющие, успокаивающие ингредиенты, препараты с церамидами. И потом постепенно опять начинаем вводить ретинол. Если есть же, да, ну, шелушение, и хочется быстрее отшелушиться, мы, конечно, можем ввести в уход мягкие кислоты или ферментные препараты. Но мы это вводим с большой аккуратностью. Какие это препараты? Допустим, энзимная пектиновая маска. С папаином, с пектином и 5% молочной кислоты. Но молочная кислота здесь будет выступать в качестве как раз эксфолианта. PH у нас здесь 3,5, поэтому кожа может реагировать покалыванием. Рекомендую тогда протоколы использовать применение этой маски как для чувствительной кожи. То есть я считаю, что нужно к коже относиться очень бережно и аккуратно. Что мы можем еще туда добавить с кислотами? Мы можем добавить препарат, допустим, альфа-дерм. Сейчас я посмотрю, он у меня есть или нет. Так, альфа-дерм я не взяла. Можем добавить... А, нет, взяла. Добавить альфа-дерм. Сыворотку на вечер. Прекрасно распределяется. Oil-free. Мягко отшелушивает. Там комплекс АХА-кислот. PH будет 4. Будет очень комфортно разноситься. Сразу замечу, безусловно, мы это делаем в свободные от ретинола дни. И даем коже восстановиться после ретинола и до ретинола. То есть мы не сразу с места в карьер идем. Что мы еще можем добавить? Мы можем добавить, допустим, тоник с АХА-кислотами. Тоже в свободные ретинола дни, то есть не ежедневно ни в коем случае. Или гель очищающий с PHA-кислотами. Я там чуть позже о них поговорю. Если вам требуется какая-то индивидуальная схема, если, допустим, у вас возникают вопросы, вы хотите сбалансировать свой уход, то все-таки я рекомендую придерживаться не общих таких рекомендаций, а обратиться за персональными рекомендациями на либо очную консультацию к нашим косметологам, либо записаться на онлайн-консультацию, и тогда вас проконсультируют онлайн. Компания Гельтек для вас, для потребителей, делает это абсолютно бесплатно.
Поэтому я советую вам воспользоваться данной возможностью. Возможно, вы уже вводили ретинол, у вас есть какие-то вопросы по комбинациям. И тогда ваш частный случай косметолог рассмотрит отдельно и даст вам персональные рекомендации. Смотрите, с чем вообще очень эффективно сочетать ретинол? Ну, во-первых, мы уже говорили, что ретинол все-таки очень популярен именно в антиэйдже. Это у нас омолаживающий концентрат 5-пептидов. Очень будет хорошо работать антиоксидантная сыворотка C-Energy. Можем добавить сыворотку интенсив омоложения и 3D увлажнения. Вот сейчас я подробнее расскажу как раз о увлажняющих сыворотках. Мои любимчики. Смотрите, 3D увлажнение. Это, наверное, универсальное средство для обезвоженной кожи курсового применения. Почему? Потому что там будет, кроме трех видов гиалуроновой кислоты, это высокомолекулярная, низкомолекулярная и ультранизкомолекулярная. Помните, я вам вначале говорила, что есть три вида гиалуроновой кислоты в косметике применяют. То есть здесь будет увлажнение на всех уровнях. То есть работаем комплексно с обезвоженностью в том числе. И там будет содержаться пептид, который улучшает транспорт воды внутри кожи. Пептиды у нас дозозависимые, то есть они все-таки должны накопиться в коже. Ну, примерно мы используем данную сыворотку от месяца и можно больше. Сыворотка интенсив омоложения. Прекрасный препарат. Почему? Потому что там есть экстракт яблока, который будет работать, нацелен на омолаживающий эффект. Бета-глюкан, который работает прекрасно с местным иммунитетом кожи и улучшает его. То есть, если есть склонность к эпизодическим каким-то, ну, подсыпаниям, то будет способствовать как раз уменьшению данного проявления. Плюс ультранизкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая будет обеспечивать увлажнение именно в глубоких слоях кожи. И антиоксидантная сыворотка C-Energy – это прекрасный ингредиент, прекрасный препарат с двумя формами стабильными витамина С, с фируловой кислотой. Там вообще 7 у нас антиоксидантов. Вот. И, безусловно, выравнивание тона кожи, возвращение ее сияния, улучшение качества кожи тоже будет прекрасно работать в синергии с ретинолом. Ну, омолаживающий концентрат 5-пептидов – это тоже мой любимчик, поэтому я скажу про него еще чуть позже, подробнее прямо. Смотрите, для восстановления защиты у нас какие средства есть? Ну, во-первых, крем NMF Protection, который разработан как раз для чувствительной кожи с проявлениями, в том числе это можно для сухой кожи, для нормальной кожи и для жирной, очень стрессированной кожи. Тоже можно NMF Protection, там через час после нанесения ретинола, как я вам уже говорила. Когда вы выходите на улицу, не забывайте пользоваться безводным гелем Ceramide Skin Saver. Это биоцерамидный гель, который мы используем для защиты от холода при реактивной коже, а у нас реактивность будет возрастать, от обветривания. Сыворотка ProBioSkin – это сыворотка с пребиотиками, нацелена на увлажнение и восстановление микробиома кожи. Как раз разработана для чувствительной кожи. Для кожи после антибиотикотерапии, после каких-то повреждающих процедур, а при раздражающих факторах, при синдроме чувствительной кожи. Прекрасный ингредиент. Прекрасный ингредиент и прекрасный препарат. Безусловно, SPF 30 гель праймер антиоксидант. Мультипротектор SPF 50, oil-free, безжировой как раз мультипротектор. И можно использовать CC-крем Smart Color, либо 0,1, либо 0,2. Цвет там один, просто 0,1, либо 0,2, либо пигмента чуть поменьше, либо чуть побольше. Плотность покрытия разная будет. И давайте я расскажу, что еще можно использовать. Помните, я вот сейчас сказала, что можно использовать гель, очищающий с PHA-кислотами. Они относятся к кислотам АХА, но у них там глюконолактон, у него молекула гораздо больше, то есть он будет гораздо мягче обновлять кожу. Данное умывание мы можем использовать
в дни, свободные от ретинола. Если вам не хватает эффективности просто только от ретинола, мне спросили про кислоты, вот мягкое обновление будет обеспечивать данный гель. Здесь у нас будет еще содержаться, ну, понятно, кока-глюкозид, наш ПАВ, и экстракт центелло-азиатский успокаивающий ингредиент, экстракт зеленого чая, антиоксидант, и пантенол, который также будет успокаивать. Что еще? Если у вас работа с гиперпигментацией, хочу презентовать нашу новиночку, возможно, вы не знаете. Сыворотка отбеливающая Brightening Skin. Безусловно, мы ее будем применять, ну, желательно в несвободные от ретинола. Если прекрасно переносите ретинол, то можно применять утром после нанесения ретинола. Понятно, что мы не вводим сразу два новых препарата. Мы начинаем с какого-то одного препарата, кожа адаптируется, безусловно, и потом уже начинаем вводить другой препарат. Но если вы знаете, что ваша кожа не реактивна, то, безусловно, конечно, вы можете попробовать. Все очень сильно зависит от ваших исходников. Дипальмитат коевой кислоты, это производная, обладает очень хорошим осветляющим эффектом. Ниацинамид будет как раз снижать реактивность, именно сосудистую реактивность кожи, и укреплять сосудистую стенку. Нанопептид 1, он работает как раз на уменьшение пигментации, на снижение выработку меланоцитами пигмента. И витамин С и экстракт корня солодки, конечно, будет работать с качеством кожи, возвращать ее сияние, ее прекрасный цвет. Вот смотрите, сыворотка прекрасно переносится. Но она также вызывает, так же как и ретинол, фотосенсибилизацию и требует применения SPF. Если ваша кожа никак, ну, вы не можете подружиться с ретинолом, вы пробовали, вы перепробовали все, такое бывает редко, но встречается. Тогда как монотерапию, ну как условно говоря монотерапию, понятно, вы будете применять еще специальные тоники, кремы, другие сыворотки. Ну, допустим, прекрасный эффект, ну, достаточно хороший, вы можете увидеть даже на применении данного препарата моно. Вот сыворотки отбеливающие Brightening Skin. Будет прекрасно работать с мелкими морщинами, улучшать качество кожи. Понятно, что не сразу эффект накопительный. Ну, если у вас кожа, конечно, переносит ретинол, то по сравнению с ретинолом, ну, мало что с ним может сравниться. Обещала про 5 пептидов, мой любимчик, один из. Смотрите, чем он прекрасен. Ну, во-первых, работает в синергии замечательно. Почему я бы, наверное, выбрала его, а не C-Energy? Потому что задача ретинола у нас повысить глюкосаминогликаны, коллаген и эластин. И, ну и, соответственно, ретинол же мы стараемся уменьшить еще проявленность морщинок. У нас здесь 5 пептидов. 2 пептида миорелаксанта и 3 пептида, которые будут работать с качеством кожи. Аргинин, леофасил у нас будет работать с мимической активностью. И 3 пептид меди – это вообще, в принципе, регуляторный пептид, который работает во всех процессах регуляции нашего организма. И релистаз – ой, так, секундочку, матриксил, да, матриксил морфокси, господи, заговариваюсь, сейчас, секунду. Матриксил морфомикс, релистаз и трипептид меди будут стимулировать синтез глюкосаминогликанов и коллагена, и эластина, наши фибропласты будут более интенсивно работать. То есть у нас получится такое двухсторонняя стимуляция, потому что у нас ретинол будет стимулировать, и пептиды будут стимулировать. Как мы, допустим, наносим концентрат 5 пептидов? Понятно, что мы его наносим с утра под любой наш крем. Ну, не забываем SPF наносить. И вечера, свободные от ретинола, мы можем также добавлять сыворотку с 5 пептидами. Ну, пептиды я напомню на всякий случай, что это также дозозависимый ингредиент, он должен накопиться в нашей коже, поэтому моментальных эффектов, так же как от ретинола, мы не ожидаем. Кстати, по поводу эффектов от ретинола. Очень часто же говорят, что вот я начала применять ретинол, у меня кожа стала как пергамент, тонкая, сухая, как бумага. Такое бывает, это этап истончения эпидермиса, кожа начинает активно обновляться, и потом она адаптируется к ретинолу, как раз с целью снижения
чувствительности к ретинолу с целью того, чтобы коже было комфортно, мы назначаем дополнительные, ну, допустим, те же 5 пептидов. Ну и дополнительные эмоленты, это могут быть кремы. Так, что-то хотела вам сказать по поводу еще 5 пептидов. Здесь есть ухаживающие ингредиенты, это гиалуроновая кислота, пребиотик фукагель и полулан, который дает на кожный лифтинг. Омолаживающий концентрат 5 пептидов можно применять лицо, шея, декольте, все тело, включая область глаз. По поводу ретинола, где мы его можем применять? В периорбитальной области мы можем его применять только по костному краю. Безусловно, костный край нащупываем. Это у нас кусочек верхнего века. Все прекрасно, да? Вот у нас костный край. И вот у нас пошел костный край. Близко мы ретинолом не подходим. Во-первых, кожа более сухая, сепродефицитная, чувствительная и тонкая. Реакции будут яркие. Он не предназначен, такие дозировки, для применения в периорбитальной области. Во-вторых, ретинол, ну, у него есть диффузия. То есть он будет действовать немножко шире, чем места нанесения. Поэтому не беспокойтесь. В периорбитальной области эффективность также будет. А что мы можем нанести, кроме NMF Protection? У нас вышла сейчас новинка крем-увлажняющий микробиом Care. Здесь у нас содержится биоцерамидный комплекс, комплекс аминокислот, который присутствует у нас в норме в гидролипидной мантии. Комплекс SimPA100 – это увлажняющий комплекс, который дает долговременное увлажнение. Олигосахариды пребиотики, масло ши и витамин Е. Данный крем мы можем наносить не только на тело, но можем наносить на лицо. Поэтому выбирайте более комфортную текстуру. Либо это может быть крем, увлажняющий микробиом Кея, либо крем NMF Protection. И крем антивозрастной Reaching Restore. Вот смотрите, зачастую, ну, не все читают мануал и смотрят, что крем антивозрастной, и значит я его себе возьму. Есть такой нюанс. Крем антивозрастной Reaching Restore, у него немножечко отличается текстура от нашего увлажняющего крема, от крема NMF Protection. Он предназначен и разработан, в отличие от NMF, для кожи нормальной и для кожи себодефицитной. Как раз возрастная кожа, очень зрелая кожа, это там, допустим, 45, 50, 50 плюс и старше, у нее выработка себума снижается, ей требуются дополнительные ингредиенты, это церамиды. Это сквалан, это масло ши, жжоба. Здесь есть комплекс пептидов. Это матриксилморфоникс и прожилин, которые в синергии работают, также стимулируя синтез коллагена и улучшая и правильную структуру коллагена, стимулируя. Если вам хочется что-то поинтереснее, допустим, NMF, но кажется вам, ну, не совсем комфортен Reach and Restore, то вы можете взять укрепляющий крем для век, церамиды и пептиды с экстрактом бинго-белоба, масло ши, жжоба, с теми же церамидами, депантенолом. Здесь будет увлажняющий пробиотический комплекс, это фукагель, и пептидный комплекс синтакс. И наносить его не только в периорбитальной зоне, но мы можем наносить его, пожалуйста, лицо, шея, декольте. Есть некие правила. Все, что можно наносить на лицо, не, ну как бы из этого списка не все можно наносить. Вообще, в принципе, не наносим на глаза. Не то, что не все, не наносим на глаза. Почему? Средство, которое мы наносим в зоне глаз, оно должно пройти офтальмологическую проверку определенную. Есть ингредиенты и концентрации, которые запрещены для применения в периорбитальной зоне. Поэтому, ну, мы так не делаем. Но зато все, что мы можем наносить в периорбитальной зоне, мы можем наносить повсеместно практически. Пожалуйста, лицо, шея, декольте, руки, тело. Так, и сейчас ответы на вопросы ваши.
Сейчас я немножечко пролистаю. Про запись я ответила, про то, что с 1% ретинола мы... Вы понимаете, вы можете начать с 1% ретинола, допустим, вы использовали активный ретинол другой фирмы, где там 0,5 было, и прекрасно его переносили. А, именно активный ретинол, да, не эфиры. Тогда вы можете попробовать взять наш 1%. Если вы вообще не применяли ретинол, то, конечно, это не очень рискованно. Не рекомендую. Так. Сейчас у меня сбилось немножко. По поводу... Так, вопрос. Вопрос касается розации в эритематозной форме с чувствительной и сухой кожей. Вы знаете, все неоднозначно. Ну, давайте так, розация — хроническое сосудистое воспалительное заболевание. Наверняка вас ведет дерматолог, смотрит динамику. Я не могу вам сказать однозначно нет и однозначно да. Я вам рекомендую обратиться к вашему лечащему врачу, чтобы он оценил состояние вашей кожи. Вот. И вопрос у меня следующий. Вот вам 20 лет. А с какой целью вы хотите применять ретинол? Если у вас сухая кожа, то вам цель, ну, как бы цель себорегуляции и работа с комедонами, с жирностью кожи и периодическими воспалениями, скорее всего, не стоит. Давайте так. Если у вас цель антиэйджа, то применять ингредиенты антиэйдж в таком возрасте нецелесообразно. Поэтому я не очень понимаю, какую цель вы преследуете при введении ретинола. Я бы вам посоветовала, допустим, использовать для профилактики антиэйджа, для работы с сосудистой стенкой другие наши препараты. Обратите внимание на серию Нео, допустим. Обратите внимание, так как у вас сухость, на препараты, допустим, с гиалуроновой кислотой. Это может быть 3D-увлажнение, это может быть, пусть это не по показаниям, но интенсив омоложения вроде бы, казалось, можно применять и позже, но если у вас выраженная сухость, у вас, значит, трансэпидермальная потеря влаги, скорее всего, то есть у вас не выполняет свою функцию, удерживающую ваши барьеры. То есть обратите внимание, допустим, на тот же микробиом Кея, обратите внимание на NMF Protection, обратите внимание на сыворотку. Кстати, прекрасная у нас есть сейчас сыворотка, флюиды для чувствительной кожи. Вот есть антиредness gold у нас и антиредness red. Вот антиредness red у нас зелененьким пигментом, он будет маскировать эритему, и плюс здесь успокаивающие ингредиенты. А gold, он будет давать такое сияние, soft focus прекрасный, будет работать хорошо под макияж или под крем. Поэтому вот целесообразность применения ретинола в 20 лет, я понимаю, если бы вас беспокоила, ну, скажем, склонность к воспалениям, да, там, где нужно будет себорегуляция, потому что ретинол как раз тоже будет с этим же работать. У меня вопрос, если вы как бы можете мне ответить на него, тогда мы продолжим диалог. Посмотрите другие ингредиенты, другие наши препараты. Я вот сейчас, вы можете, допустим, там для укрепления сосудов, для профилактики, если хотите там профилактировать NTH, возьмите C-Energy. Но единственное, тоже посмотреть, чтобы у вас не было на высокой концентрации витамина С реакции. Сейчас вот быстренько пытаюсь смоделировать. Прекрасно подойдет вам, кроме Нео, допустим, концентрата, еще тоник с гиалуроновой кислотой и гидролизатом эластина, потому что он вообще такой сезонный препарат. Весной очень любят его аллергики, потому что когда у нас весной обострение всевозможных там атопических проявлений, сезонных аллергий, у нас кожа даже на приполинозе начинает более явно реагировать, и этот препарат для чувствительной кожи просто идеален. Под глазами я вам уже сказала, что мы ретинол наносим по костному краю, не заходим на зону века.
появилась возрастная пигментация. Вы знаете, тут, смотря какая этиология пигментации, но безусловно, что вы можете попробовать ретидерм, начните с 0,25, но и не забывайте, что вам нужно будет активно ухаживать за зоной рук, и тогда на зону рук мы наносим SPF. Вот. Потому что мы будем провоцировать пигментацию. Кстати, про курсовое применение ретинола. И когда мы видим эффект от ретинола, смотрите, эффект именно антиэйджа, при регулярном применении вы начнете видеть где-то месяца, ну, 3-4 должно пройти. Если мы говорим о выравнивании токона кожи, сиянии таком, то это будет более ранний эффект, это там 2-3 месяца может пройти. Что касается пигментации, ну, понимаете, дело в том, что это комплексная проблема. Мы еще не можем сказать, на каком слое пигментация залегла и какая этиология пигментации. Она гормональная, обусловлена внутренними соматическими заболеваниями. Она травматическая, возникла на фоне травмы и залегает под дермой, тогда ретинол может не помочь. А на данное, ну, как бы это все же индивидуально, как и все в медицине, в общем-то. Поэтому попробовать вы можете, но тогда вы интенсивно ухаживаете за руками, и правила будут такие же ухода, как вот я говорила за лицом. По поводу сочетания с кислотными пилингами через день или через 2 дня. Если мы говорим о кислотных пилингах через день и через 2 дня, то есть вы через день используете ретинол и через день вы используете кислотные пилинги, нет, я так не рекомендую делать. Я вообще не вижу необходимости использовать кислотные пилинги через день. Кислотные пилинги – это средства курсового применения. Они абсолютно разные, конечно, бывают. Бывают вообще, когда средства применяют там раз в месяц с реабилитациями, бывают поверхностные, но я ни одного профессионального пилинга химического не знаю, кто, где рекомендуется схема применения через день. Может, я просто вас не поняла, потому что, ну, вообще химические пилинги с осторожностью, и когда мы принимаем пациентов в клинике, мы, конечно, уточняем, какие средства раздражающие он наносил перед этим, и есть противопоказания к химическим пилингам, мы спокойно можем отказать в химическом пилинге, потому что может быть неконтролируемая глубина проникновения и непредусмотренные протоколом осложнения, с которыми нам придется потом столкнуться. Конечно, никто не хочет осложнений. Вы переносите ежедневно ретинол? Вы понимаете, вы переносите хорошо ретинол. А вы, Анна, смотрите, вы сейчас ежедневно применяете 1% ретинол или нет? Понимаете, вполне возможно, что вам будет достаточно того эффекта, который вы получаете от, ну, от применения через день. Тут же надо смотреть, с чего вы начинали, смотреть, какой сейчас эффект. Это может быть как, ну, не то чтобы бессмысленное. Это не совсем, наверное, верно, потому что ретинол все-таки стимулирует у нас деление клеток. Но вполне возможно, что вам так не надо часто. Кто-то применяет ежедневно, если ему недостаточно применения через день, и при этом нет каких-то нежелательных явлений. Если вы делаете, смотрите, Лидия, вопрос, коллеги, если вы в этом году пользуетесь 0,25, а в следующем сезоне можно ли начать с 0,5? Эффекта отмены от ретинола нет. Ну, то есть вы отменили и отменили, живете дальше. Но в следующем году наша песня хороша, начиная сначала. Летом вы, допустим, сделали перерыв.
о том, что высокий SPF, есть риск подхватить пигментацию, вы не хотите менять образ жизни, и там, ну, много факторов может быть. Ну, и ну, еще ретинол-стимулирующая процедура. От стимуляции, конечно, ну, по идее, надо делать какие-то там перерывы, да, чтобы дать коже передохнуть немножко и перейти на другие там препараты, опять пептидов те же, всесезонные. Но если вы опять начинаете в следующем сезоне вводить ретинол, наша машина, ну вы же не трогаете, допустим, мы заводим машину, мы сначала ее прогреваем, у нас первая передача, вторая, третья, четвертая, пятая передача. Вот наш организм – это та же машина, можно сказать. Ну, конечно, мы не можем ее поменять, да, вот там, не знаю, купить новую машину, что касается нашего организма. Поэтому мы начинаем с прогрева, опять вводим ретинол 0,25. Единственное, что период адаптации, мы понимаем уже, как мы привыкли к ретинолу, как у нас кожа переносит ретинол, и мы, допустим, через там буквально несколько месяцев применения можем перейти на 0,5. И понятно, что если мы, допустим, закончили применение ретинола на 4 разах в день, да, 4 раза, ой, в день, господи, простите, 4 раза в неделю, то процентовка 0,5 будет чуть пореже, ну там 2-3 раза в неделю мы начинаем его вводить, потому что там в 2 раза больше активного ретинола. Вы не можете предсказать, как вы на него отреагируете. Так, следующий вопрос. Светлана, вот ваш вопрос по поводу того, что у вас выскакивает подкожное образование. Я не могу сказать, какое подкожное образование у вас выскакивает. Это у вас аллергия либо на ретинол или единичный воспалительный элемент. Просто у вас происходит обновление кожи, и если у вас там бывают иногда какие-то воспалительные элементы, ну, изредка, то это как раз, ну, период адаптации ретинола. Ну, в данной ситуации я бы, конечно, рекомендовала там осмотр специалиста либо консультацию специалиста. Не могу однозначно ответить на ваш вопрос, хотя казалось, сухая возрастная кожа. Ну, хорошо, если это единичный элемент, который просто разрешился, там, условно говоря, прыщ, разрешился, зажил, я в этом проблему особо не вижу. Но если это что-то другое, конечно, тут лучше проконсультироваться со специалистом. Смотрите, Виталия, по поводу вашего вопроса, достаточно ли 0,25 для подтяжки и уплотнения? Больше не стоит вводить или нет? Я уже упоминала, что очень сильно все зависит от исходников вашей кожи. Сколько вам лет? Какое состояние кожи? Понятно, что хотелось бы, конечно, знать, какие есть соматические проблемы, если они как-то сказываются на состоянии кожи, ваш сопутствующий уход, поддерживающие там какие-то препараты, которые у нас там могут тоже присутствовать, кроме ретинола. Хватит ли вам 0,25, я вам не могу сказать однозначно. Но просто не всем нужны высокие дозировки, понимаете? Не все хорошо их переносят. Если вы не пробовали 0,25 и вы там не видите эффекта, попробуйте использовать его в течение осеннего, зимнего этого периода. Как вы его переносите? Можете ли вы достичь там интенсивности там 3 раза в неделю, допустим, нанесения? Возможно, вам будет достаточно эффекта. Потенциал ресурс вашей кожи я, к сожалению, не знаю. Сколько раз в неделю, смотря, так, смотрите, сколько раз в неделю можно использовать дополнительные отшелушивающие средства при использовании ретинола. Что касается маски энзимной и пектиновой раз в неделю, в отдельных случаях, возможно, это будет чаще, но это все индивидуально, поэтому общая рекомендация раз в неделю, напомню, что в дни, свободные от ретинола, должна кожа восстановиться.
в идеале свободного третинола и, соответственно, то есть максимальное расхождение между предыдущим нанесением и следующим нанесением. Либо, если вы там применяете через день, ну, вы выберете там промежуточное время, чтобы кожа восстановилась. Если это альфа-дерм, то тоже постепенно вводите, но альфа-дерм, возможно, что это 2 раза в неделю будет достаточно этого. Можно будет. Вводите постепенно, если, допустим, альфа-дерм, вводите, допустим, с 1 раза. Посмотрите, как реагирует. Но при этом всем понимаете, если у вас кожа и так реагирует на ретинол, то не надо дополнительный раздражающий потенциал ей давать. Может быть, просто немножечко потерпеть, эмолентами попользоваться, уж отшелушится она сама. Вот такие, понимаете, рекомендации я могу дать только с осторожностью, с большой, потому что нас будут смотреть люди с разными состояниями кожи, будут смотреть, ну, пользователи, которые, скажем, имеют разные арсеналы в своем уходе. Можно ли при розации использовать ретидерм? Я бы сказала, что с большой осторожностью, и так как розация, ну, все-таки предполагает, что вас наблюдает, ведет дерматолог, то, конечно, хотелось бы, чтобы вы проконсультировались с дерматологом. Понятно, что в период обострения ни о каком там ретидерме мы говорить не можем. Если стойкая ремиссия и состояние нормальное, можно пробовать с большой осторожностью. И понятно, что очень-очень тщательно подбираем, увлажняем кожу, успокаиваем, то есть не пренебрегаем, максимально за ней заботимся. Так, Анна... Ой, секунду, перелистала. Так. Так, вопрос, коллеги, так. Использование ретидерма 0,25 3 раза в неделю идет. А можно ли использовать пилинг-скатку или энзимную пудру в дни, когда нет ретинола? Вот тут, понимаете, мне немножечко не хватает составов. Что входит в состав пилинг-скатки или там энзимной пудры? Потому что энзимные пудры, они бывают достаточно пересушивающие, достаточно агрессивные, а бывают помягче. Теоретически можно, но мы, конечно, наблюдаем за реакцией кожи. Пилинг-скатка, она что может провоцировать? У нас чувствительность кожи возрастает, вы ее еще трете. То есть, конечно, что будет более стойкое раздражение и эритема. Я бы, почему я вот люблю, допустим, гелевые какие-то текстуры? Ну, повторюсь, там, допустим, маска энзимная гелевая. Потому что нет механической травматизации кожи, потому что она и так, ну, себя может не очень хорошо чувствовать. Я бы избегала какой-то механической травматизации, каких-то грубых эксфолиантов, каких-то грубых частиц. В таком случае мне энзимная пудра кажется более предпочтительной. Ну и понятно, что мы энзимную пудру разводим и, может быть, экспозицию уменьшаем. И понятно, и напомню, что не чистите с энзимной пудрой, лучше раз в неделю. Все-таки более частое применение – это исключение из правил. Так, есть сыворотка ретидерм 0,25, которую планируете вводить в уход. То есть это будет первый опыт с ретинолом. И у вас еще ретинальальдегид. Вы вводите что-то одно. Мы не совмещаем применение разных ретинолов, Светлана, это противопоказание. Мы не совмещаем разные препараты ретинолов одновременно. Абсолютно верно. Вы закончите курс сыворотки, но я думаю, что вам курса сыворотки как раз и хватит-то на сезон применения ретинола. Поэтому выбирайте, что вы будете лучше переносить. Возможно, вы останете ретинальдегид на другой сезон.
С голубой этикеткой. А что бы я могла это назвать после применения ретинола? Возможно, сейчас, коллеги, возможно, это я называла крем, восстанавливающий NMF Protection с биоцерамидным комплексом. Еще прекрасно будет работать для снижения и антиэйджа, для снижения чувствительности как раз у нас лосьон-концентрат Нео. Ну, это фиолетовый, правда, но на всякий случай покажу. Крем, увлажняющий микробиом Кеа. Вот смотрите, можно сказать, что это аналоги. Тут немножечко разная такая концентрация биоцерамидного комплекса. И, может быть, какая-то из этих текстур вам будет более приоритетна. Вот все равно мы не можем исключить каких-то индивидуальных особенностей. Кому-то больше нравится одна текстура, кому-то другая. Хотя, на мой взгляд, они, ну, практически идентичны. Так, ежедневно. Так, сейчас отмотаю ваш вопрос, Анна. А, то, что вы применяете 1% ежедневно. Но если у вас кожа хорошо переносит, то вы, конечно, можете ежедневно применять, хотя я, честно говоря, не вижу в этом смысла. Я как-то вот серьезно. Ну, то есть можно применять, если эффект удовлетворяет, если нет каких-то нежелательных побочных явлений, если у вас такая нереактивная кожа, конечно, вы можете такое делать. Насколько это целесообразно? Ну, можно. Так. Следующие у нас вопросы. Вы знаете, вы не увидите, Валерия, смотрите, если вам 20 лет, до 25 у нас идет очень высокий такой потенциал организма, и у нас максимальные дозировки синтеза, ну, можно сказать, глюкосаминогликанов, коллагена и эластина. Нет никакого, скажем, обоснования применять антиэйдж компоненты. Вы не увидите от них эффекта. Если с точки зрения постакне, застойные такие воспаления, с точки зрения работы с поствоспалительной пигментацией, осветления, периодические воспаления, прекрасно, тогда вы увидите эффект. Как антиэйдж, ну, вы действительно не увидите потенциала никакого. Из серии того, что будет не хуже, да, хуже не будет, но уплотнение кожи вы не получите. Коллеги, есть ли... Ага, хороший вопрос, кстати. Если вопросы вы тогда задавайте, а сейчас прекрасный вопрос нам прилетел. Можно ли обойтись без отшелушивания? Смотрите, вообще есть такое, как базовое, ну, базовый уход. Это у нас умывание, тонизация, сыворотка, крем. Ну, либо это, если жирная кожа, может быть, после сыворотки солнцезащита днем. Ну, то есть это классика жанра. Глубокое очищение и маски – это вообще интенсивный уход. Он относится, ну, можно сказать, к еженедельным. Понятно, что маски мы можем не раз в неделю применять, а чаще по назначению, показанию. Но именно глубокое отшелушивание, работа с разрушением, с разрушением вот этих связей между роговевшими частичками, это необходимость. Почему? Потому что если мы наносим сыворотку, а у нас утолщенный роговой слой, можно сказать, что это все оседает как раз на этих отмерших шелушащихся клетках. Может, мы визуально не видим это шелушение, но когда вы применяете ретинол, очень часто бывает даже визуальное шелушение. Поэтому помочь нашей коже убрать эти ороговевшие частички, и чтобы активные ингредиенты из сыворотки у нас все-таки могли проникнуть, необходимо. Если мы говорим даже не применение ретинола, пусть у вас без ретинола какой-то уход идет, еженедельное глубокое очищение нам нужно, потому что очень часто бывают такие ситуации, когда приходят девушки на чистку,
и говорят, я хочу, чтобы мне кожу сделали гладкой. А когда ты смотришь под лампой лупой, там как таковых кнедонов нет. А беспокоит что? Беспокоит шершавость, беспокоит неравномерность кожи. И то есть ощущение какое-то такое, ну, условно можно сказать, если грубо, да, и немножко гипертрофировано, как будто немножко как гусиная кожа на лице. Вот это вот прекрасная история, которую мы можем назвать гиперкератоз. И когда ты спрашиваешь, допустим, такого пациента, ну, клиента, как вы ухаживаете за кожей? Практически там, я не знаю, 100% могут сказать, что я не делаю химические пилинги курсом, я не делаю никакие профессиональные процедуры, которые работают с качеством кожи. Я дома наношу только крем, сыворотку, там, условно говоря, или очищение. В лучшем случае иногда говорят там, что я умываюсь, тонизируюсь, это повезло, и крем наношу. При этом всем этап глубокого очищения еженедельного не происходит. То есть что у нас происходит? У нас вот этот вот отмерший слой, ну вот наслаивается, наслаивается, наслаивается. То есть таким образом у нас есть гиперкератоз, и потом у нас нужно выравнивать этот роговой слой. Поэтому все-таки я считаю, что этап глубокого очищения нужен будет, если у вас кожа, конечно, хорошо реагирует на ретинол и переносит. Понятно, что на какое-то время, на какой-то промежуток, когда она адаптируется, ну, немножко к друг другу, вот вы к ретинолу, ретинол к вам, можно так сказать, вы как-то друг к другу приноравливаетесь, то, ну, какое-то время, может быть, когда повышена реактивность, вы как-то чуть-чуть, может, выберете другое средство, может быть, увеличите промежуток не раз в неделю, раз в 10 дней будет, либо там на 2 недельки отстанете, потому что, ну, как-то кожа, допустим, среагировала. Все очень индивидуально, но если все плюс-минус хорошо, конечно, вводите ферменты для эксфолиации кожи обязательно нужно делать. Анастасия, у вас такой хороший вопрос. Вопрос. Смотрите, можно ли использовать ретидерм 0,25 до января включительно, а затем перейти на ретидерм 0,5? Возможно, вам мой ответ не понравится, но все очень индивидуально. Смотрите, если вы прекрасно, вы, допустим, давайте смоделируем ситуацию. Я, конечно, вас не знаю. Сейчас я воды попью. Смотрите. Допустим, вы ввели ретинол 0,25, и вы теоретически его используете 2 раза в неделю и хотите больше эффекта. На мой взгляд, целесообразнее не гнаться за процентовкой, а просто увеличить частоту применения. Но другой вопрос: если вы используете ретинол через день, вот уже довели до через день, допустим, в декабре уже через день у вас. И вы прекрасно идете, там получается иногда 3 раза в неделю, иногда 4 раза в неделю. У вас кожа прекрасно себя чувствует, у вас нет никаких побочных эффектов, и у вас устраивает результат. У меня тогда вопрос, зачем вводить 0,5? Вот если у вас уже максимальная дозировка 0,25, максимальная частота применения, и вас не устраивает эффект, вам хочется больше, тогда целесообразно повышать процентовку. Но это вот мое личное как бы мнение. Возможно, другие косметологи могут со мной не согласиться. Попробовать можно. Но нет такого правила, что вот там как бы одного правила для всех. Мы все действительно индивидуальны, и кому-то ежедневное, как вы видите в переписке, ежедневное применение ретинола активного 1%, и человек себя прекрасно чувствует, а кто-то, ну, не сможет, безусловно. И таких будет достаточно много клиентов и пациентов, которые не смогут в таком режиме. Да, в общем, не всем и надо. Будут ли еще вопросы? Либо мы с вами прощаемся. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Возможно, я что-то забыла сказать. Такое тоже есть вероятность, что произошло. Но мне кажется, что я постаралась
осветить все, что хотела. Если у кого-то есть вопросы, поставьте, пожалуйста, плюсик, чтобы я подождала вопрос, либо мы будем тогда с вами прощаться. Мне было с вами тоже очень приятно общаться, коллеги. Спасибо вам большое за вопросы. Вы мне вопросами подсветили некоторые вещи, которые я немножко забыла сказать. Спасибо за вопросы вокруг глаз. Я все время думала, не забыть бы, и в результате чуть не забыла. Тогда с вами прощаюсь. Если у вас будут еще какие-то дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать их в наших пабликах. Если не могут ответить наши SMM-специалисты, они переадресовывают данные ответы практикующим косметологам, мы стараемся ответить в силу наших возможностей. Большое вам спасибо. До скорых встреч тогда.